Всем добрый день! Сегодня будет короткое видео просто про составление композиции. Светлана у нас собрала эти композиции еще месяц назад, вот в таких вот 5-литровых горшках. То есть мы заранее знали, что они переедут у нас в более большие домики. В данном случае они переедут у нас в 50 литров. Повторяться не буду, потому что в прошлых видео мы показывали, чем и как мы заполняем. Сегодня просто расскажу, как красиво будет смотреться. Значит, в данной композиции у нас используется вербена, ампельная, вегетативная, белого цвета. Она у нас цветет до самого-самого снега, очень обильно разрастается, будет полностью вся сторона, а может залезет на другую сторону, перемешается красиво, будет белого цвета. Также здесь мы разместили петуния Nix Sky, один из самых таких уже старых пятнистых сортов, которые все до сих пор любят. Хорошая форма куста получается и обильное цветение. И с последней стороны у нас располагается лобелия голубого цвета. Сейчас мы быстренько сюда его перевалим. В данной композиции перед задуманный, чтобы был Nix Sky спереди. Соответственно, по бокам будет у нас вербена и лобелия. Вот таким вот образом мы ее разместим. Очень пушистая получилась. Композиции сегодня у нас парные, поэтому расскажу всего по одному разу. То есть две одинаковые композиции одних и две одинаковых композиции других. Ну, как обычно, заполнили до самого верха, ничего не трамбовали. И вот у нас получилась первая композиция. Так, это зад, а вот это перед. Теперь будет у нас следующее. Значит, в данной композиции у нас будет спереди вербенка и будет еще петуния. Свет, подскажи, забыл слово. Ледник Sky. Ледник Sky. И, конечно же, будет зеленый красивый колеус. Эта композиция тоже у нас легко заполнит 50 литров. Я очень надеюсь, что мы завтра, когда будем отвозить это дело, сможем заснять их на штатном месте. Это будет в одном отеле, в ресторанчике располагаться, в красивых плетеных таких подставочках. В одной подставке два таких контейнера. Соответственно, поэтому нам парные и очень хорошо подходят. Корневая у нас также светленькая. Все красиво. Смотрим перед. Вот так вот. Сейчас отодвинем, чтобы было лучше видно. Немножечко приглубил, надо сделать чуть-чуть повыше, чтобы был уровень такой же, как и в самом горшке. Собственно, это будет вот так вот
Значит, колюс у нас еще сделается более большой шапочкой на заднем плане. Расцветет больше, расползется петуния. И, соответственно, наша в этом году любимая белая вербена. Я надеюсь, что мы еще сможем в течение сезона приезжать на те места, где расположены наши композиции, и показывать остальные результаты в середине сезона и в конце. Всем спасибо. Ну вот, в принципе, и разместились. Вот в таких вот вазончиках. Это одна. И вот она, вторая композиция.